Русское географическое общество представляет. Одна из самых больших, удобных и красивых бухт на планете. Расположена на Дальнем Востоке нашей страны. Там базируется Тихоокеанский флот России. Визитная карточка этого места – эффектные скалы «Три брата», которые стоят на выходе из бухты в открытый океан. Благодаря ее открытию появился город Петропавловск-Камчатский. И началось освоение всего полуострова Камчатка. Какой великий мореплаватель сделал этот бесценный вклад в историю и географию? И какую бухту он открыл?